What's kicking, little chicken? С вами Анна Шенцева, и пришло время для нового видео о секретах платформы Vimbox. Именно с ней работают все учителя в школе Skyeng. Сегодня на повестке дня личный кабинет преподавателя. В нем можно посмотреть свою статистику по урокам, узнать, не переносит ли кто-то из учеников занятия, а также прочитать последние новости школы. Сейчас я вам все покажу. Вот что вы видите, когда заходите на свою личную страничку в Skyeng. И сразу же очень полезная напоминалка о ближайшем уроке. О том, с кем он будет, когда и, что важно, здесь есть контакты ученика, чтобы позвонить ему, если студент забыл или проспал. Не то чтобы они часто забывают про уроки, но всякое случается. Вот, например, сижу я как-то недавно на уроке, жду ученика, его все нет и нет. Я уже и напоминалку отправила, и позвонила. В итоге ответила мне раз, наверное, на пятый, сонный. Оказалось, что он перенес заранее урок, но разницу во времени не учел, потому что у него в этот момент было 4 часа утра. Поэтому лайфхак, не забывайте уточнять время урока, а то мало ли что. Чуть ниже статистика. С ее помощью можно отследить, сколько уроков у вас было в этом месяце, посмотреть показатели дисциплины, интенсивности и так далее. И если какие-то показатели хромают, то лучше их подтянуть. Вот, например, количество уроков за месяц, а чуть ниже, сколько занятий вы вообще провели всего. Прямо чувствуешь себя терминатором, видя это количество и помня, какое было качество. В Skyeng, да и в любой школе, ценят, когда учитель владеет современными методиками преподавания и знает, как разжевать ученику сложное правило играючи. Поэтому мы разработали брошюру, которая может помочь вам улучшить свои знания. Получить ее можно абсолютно бесплатно, ссылка уже в описании. Большую часть личного кабинета занимает расписание ближайших уроков. Вы наверняка заметили, что у моих учеников разные кружочки напротив имен. И это не просто дизайнерское решение на платформе. Золотой статус ученик получает после 34-го занятия, серебряный после 18-го, а до этого он считается новичком. Таких я вам здесь показать, к сожалению, не смогу. Мои студенты со мной уже давно и стали мне второй семьей. Время от времени школа присылает оповещения. Вот, например, приглашение в спикинг-клуб для преподавателей. Они, кстати, у нас бесплатные. Просто выбирайте клуб в подходящее для вас время и прокачивайте свой английский. А еще здесь можно найти себе новых учеников. Смотрите, здесь десятки предложений, и если у вас есть окна в расписании, пожалуйста, забирайте. Ну и еще одна полезная функция напоследок – чат, который открывается прямиком из личного кабинета. Здесь можно не только общаться со своими учениками, но и читать оповещения и новости от школы. To stay tuned, как говорится. Сегодня на этом все. Ждем вас в рядах Skyeng. Если вы, конечно, уже не боитесь преподавать онлайн. А если пока побаиваетесь, то специально для вас мы разработали курс о том, как провести идеальное занятие. Вы научитесь планировать свой урок и управлять им, а еще узнаете, как минимизировать русскую речь во время занятия. А еще, как провести разминку и дать задание интересное для ученика. В общем, курс крутой. В следующем выпуске о Vimbox я расскажу о том, что такое карточка студента в школе Skyeng и как ее использовать для того, чтобы максимально эффективно провести занятия. Подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, когда наш новый ролик выйдет. И заглядывайте в раздел «Сообщество». У нас тут разные опросики интересные. До очень скорых новых встреч. Всем peace!